Перемены – то, что волнует людей. Такое название получило ежегодное обращение губернатора Андрея Воробьева к жителям Подмосковья. И не случайно. Глава региона заострил внимание на том, что люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен. Именно поэтому, как подчеркнул Андрей Воробьев, развитие должны получить все основные сферы жизни людей. Образование, экология, ЖКХ, экономика, транспортная доступность и многое другое, что напрямую связано с комфортной жизнью общества. Большое внимание было уделено теме здравоохранения. В Раменском городском округе до конца весны будет полностью обновлен автопарк скорых Раменской подстанции скорой помощи. Кроме того, при региональной поддержке началась долгожданная реконструкция Удельнинской поликлиники. Мощности себя исчерпало, потому что рядом крупное строительство, которое проведено было, увеличило значительное количество людей. А поликлиника не ремонтировалась уже очень давно. И проект, который поддержан губернатором Московской области, связан с тем, что на этом месте построена будет современная, двухэтажная, красивая, с большей мощностью, на большее количество посещений, на 250. Андрей Воробьев поставил задачу в Московской области полностью решить проблему обманутых дольщиков до 2023 года. Параллельно этой работе в Подмосковье стартуют обширные программы реновации, которые обеспечат огромное количество людей современным и комфортным условием проживания. Коснется реновация и жителей Раменского городского округа. Около 70% многоквартирного жилого фонда в той или иной степени имеют признаки ветхого или аварийного жилья. Учитывая это обстоятельство, мы выбирали площадки для реновации, которые возможны. Это и стальконструкция, и старая часть города, дома, где будут сноситься, на их месте будет строиться современное жилье. И совершенно понятно, потому как в некоторых частях города в 21 веке, находясь совершенно в близости от столицы, люди ходят в туалет, извините, на улицу, не имеют воды, ходят на улицу на колонку за водой. И, в общем-то, ну, конечно, это не условие. Поэтому задача реновации – существенно изменить качество проживания людей, непосредственно расселить их в ближайшее время. Строительство школ и детских садов по-прежнему останется приоритетным направлением развития Подмосковья. Губернатор обратил внимание на необходимость быстрых решений, которые помогут облегчить ситуацию, пока идет крупное строительство новых объектов образования. Так, в Островцах по новой региональной программе будет открыт мини-сад на первом этаже жилого помещения, пока решается ситуация с основным детским садом. В 10-м микрорайоне города Раменское запланирован ввод в эксплуатацию здания новой школы на 1100 мест. Построив эту школу, это не означает, что мы избавимся от дефицита мест в школах и в садах в том числе. Наша задача – строить школы и сады и синхронизировать наши программы с программами Московской области. Очень затратное финансовое строительство, и понятно, даже сейчас та школа, которая строится, испытывает свои трудности финансовые. Мы ищем средства, дополнительно выделили деньги, порядка 160 миллионов, для того, чтобы вот в ту дату, которая назначена открытием, до 1 июля вообще сдать все работы и с августа уже завозить туда мебель, все необходимое, чтобы 1 сентября все школьники пошли в эту школу. Быстрый и комфортный транспорт, качественные дороги. В настоящее время ведутся работы по дальнейшей реализации проекта МЦД-3 «Раменская Химки». Это позволит раменчанам сократить время в пути, перемещаясь в более комфортных электропоездах. Ведется расширение дороги по улице Туполева, что облегчит выезд из Раменского в сторону Москвы. В проработку взято строительство дублера Егоревского шоссе. При проектировании ЦКАДа дублера Егоревского шоссе не предусматривалось, а его примыкание к ЦКАДу должно быть согласовано, потому что ЦКАД бессветофорный, как правило, ну, в большей степени бессветофорный. И строительство любых примыканий – это снижение скорости, увеличение, может быть, какого-то трафика, да? Поэтому этот вопрос прорабатывается, и будет дублер Егоревского шоссе, который будет интегрирован в ЦКАД. То есть для наших жителей, которые проживают в Новохритоново, в Гжели, вот в той части, да, будет удобнее выезжать на ЦКАД. Говоря о программе благоустройства Подмосковья, губернатор Андрей Воробьев упомянул предприятие «Гжель». Здесь появится пешеходная зона. Проект туристического кластера получил поддержку правительства. Если сейчас приехать в Жили показать, то что вы покажете? Только предприятие или благоустроенную Новохритонова или Гжель? Это объекты, которые имеют локальный интерес. Здесь же должен турист приехать на железнодорожную станцию, увидеть вот своими глазами общественное пространство, которое его приведет к пункту назначения, где он может провести время. Это или предприятие, музей предприятия, или это кафе, или это услуги какие-то развлекательные, да, ну,
это будет интересно. Или это пешеходная тропа, велотропа или самокат электрический, который покажет ему историю семи веков буквально за час, за полтора. В ежегодном обращении губернатор задал направление работы и по вопросам экономики, цифровизации, экологии, благоустройства мест отдыха, качества водоснабжения и услуг ЖКХ. Как подчеркнул Андрей Воробьев, важно добиться постоянного повышения качества жизни. Самый простой способ победить любые вызовы – командная работа. Это делает систему эффективной и работоспособной. Марина Миткевич, Игорь Чернышов для программы «Городские вести».